Привет, прошел ровно год с того момента, как мы начали ремонт нашего деревянного дома. Как всегда, во время еды приходит аппетит, мы не остановились только на ремонте пола. Решили сделать пристройку, в которой разместили санузел и хозблок. И, наконец, настал тот момент, когда мы можем просто приехать на дачу, наслаждаться свежим воздухом, уютным домом. Уютным, но, к сожалению, без воды. Как минимум осталось провести круглогодичную воду в дом, сделать колодец. Я так думаю, что это будет все-таки колодец, а не скважина. Ну, а остальное — это всякие мелочевки, типа нормальной мебели на дачу, а не та, которая пожила сначала в Москве, потом переехала сюда за ненадобностью. Наконец, я могу сказать, что серия вот этих бестолковых выпусков о том, как кто-то другой трудится на моем участке, подошла к концу. Всех с наступающим, точнее нет, с наступившим, потому что вы будете это смотреть уже после Нового года. Всем замечательного настроения, с бычьим мечт в Новом году. Чтобы все у вас было хорошо, если вы это смотрите, передаю вам привет из 2021-го. Новогодний стол с шашлычком, с рыбкой. Здесь у нас креветки или лангустины, какие там правильно большие. Мухлишка такая вкусненькая, синенькая. Полные ботинки снега. То есть я тоже должна быть сейчас в полных ботинках снега. Ничего не получилось. Так, попытка номер два. Возможно, это надо сделать быстрее. Я не знаю. И желательно, наверное, чтобы лицо было сухое, да? Не знаю. Чтобы снег не прилип. Так, ладно, я поехал. Тоже ничего не получилось. Зато какой я замечательный. Наверное, плотность снега не та, возможно. Как же холодно глазам. В общем, друзья, я хотел снять, что происходит под домом, но тут такая ситуация, что... Во-первых, я вынул пузырчатку, снял люк. Я уже намусорил. Нехило так. Не особо есть желание вот этот вот весь пирог разбирать. Короче, я все-таки решил пропылесосить. Попробовать это дело все открыть. Еще бы запомнить, в каком порядке все это дело было. И оттуда просто лютый мороз идет. Утеплитель, конечно, свое дело делает. Так, ну, здесь дощечки вот такие, видимо, для того, чтобы все это лежало дело и никуда не проваливалось. Из опыта прошлого года помню, что там внутри, я еще не заглядывал, кстати, было все покрыто инеем, и, ну, картина была просто страшная. Сейчас я вот немножко пропылесошу и покажу, что там внутри. Итак, показываю, что внутри, под фундаментом. Двутавровые лаги, насколько я помню. Вон там вдалеке видно новые отверстия, которые сделали. И там новые отверстия, короче говоря, проветривание на высоте. И хочу обратить внимание, что год назад здесь все было в инее, при той же самой примерной температуре на улице. Сейчас инея никакого нету, тепло из дома не уходит, соответственно, конденсата нету, ничего не покрывается влагой. Так что, ребят, не зря это все было затеяно. Не зря стройка на год затянулась.